После Америки сразу на лед. Вчера хоккейная команда «Стальные лисы» вернулась из США, где принимала участие в турнире «Hockey Night in Boston». Кроме акклиматизации, в Бостоне магнитогорцам пришлось столкнуться с рядом новшеств. Играть лисам пришлось на маленьких канадских площадках и сразу по два матча в день. При этом лед не всегда был качественно залит. Судили матчи всего по два арбитра. Меньшим оказалось и штрафное время. Вместо российских двух игроков наказывали всего на полторы минуты. Да и соперники оказались непростыми. Соперники были очень, в принципе, высокого класса. Лишний раз убедились, что в Америке уровень университетских команд достаточно высокий. Тем более мы играли с ребятами, которые были чуть-чуть постарше. Это были сборные и там конференции, или там, как они называются, там, колледжи. Вот. Поэтому состав турнира был очень, очень сильный, поэтому было интересно помериться силами с американскими ребятами. Несмотря на все сложности, «Стальные лисы» выступили достойно и заняли третье место. В отдельных номинациях лучшими игроками турнира стали Виктор Антипин, Кирилл Лебедев и Евгений Соловьев. Это предсезонный турнир, тут любое место хорошо. Надо проверить свои силы, посмотреть сочетание состава, подобрать, чтобы выйти готовы к сезону. Как бы ничего страшного. Болеешь за магнитогорский «Металлург»? Тогда вперед! За абонементом на домашние матчи «Металлурга» в новом сезоне! Стоимость абонемента от 2,5 до 10 тысяч рублей. Оформление абонементов производится в кассах «Арены Металлург». Подробности по телефону 498-323. Ты нужен команде!